Турина Евгения Плющенко. Мы аплодируем вместе со зрителями на трибунах Таллинского концертного зала. Браво, Евгений! Великолепное начало, великолепное выступление. В это было еще совсем недавно просто невозможно поверить. Я думаю, что сейчас у многих из нас просто на глазах слезы, потому что случилось то, чего ожидать было просто нереально. И когда зашла речь о том, что Евгений Плющенко готовится вернуться, собирается вернуться, в это мало кто всерьез верил, но это произошло. Ликует зал, приветствуя олимпийского чемпиона. Ну и теперь мы ждем реакцию судей на это выступление. Доволен Алексей Мишин. Но мы все просто счастливы. Просто счастливы, это возвращение состоялось. Вот мы увидели первый четверной сегодня в программе. Это был
Превосходный каскад, 4-3, четверной и тройной тулуп. Был прекрасно выполненный тройной аксель, тройной лутц. Это все сложнейшие элементы, сложнейшие прыжки. Вот он, тройной аксель, великолепный выезд. Ну, как будто и не было этих долгих 4 лет после Олимпиады в Турине. Ни в это невозможно поверить, а невозможно оторваться от выступления Евгения Плющенко. Ну и что скажут, что же скажут арбитры? Я думаю, что многие из них тоже с неким недоверием относились к тому, возможно ли возвращение после такого перерыва. В современном фигурном катании, если где-то лет 15 назад это еще было возможным, то сейчас мужское фигурное катание, кстати, благодаря Евгению Плющенко, вышло на такой высочайший уровень, что пропустить 4 года, не выступать 4 года, это, ну, кажется невероятным, что после этого можно выходить и демонстрировать что-то подобное. Конечно, всем доволен. Конечно, Евгений доволен. Я представляю, чего это ему стоило. Я помню, как он вышел на эту короткую программу и видел, какой настрой, как ему сложно. 91,30 балла. И это на официальном чемпионате Европы, на официальном турнире. Высочайший результат. Такие результаты показывал Евгений Плющенко 4 года назад на Олимпиаде в Турине. Блестящее выступление олимпийского чемпиона.